Всем огромный привет, меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал Хопогибели. И в сегодняшнем видео мы с вами наконец-то смотрим на новый трейлер к каталогу, который выходит уже совсем скоро. А именно дату выхода данного каталога мы с вами узнаем в конце данного трейлера. Сам каталог слили еще аж в сентябре месяце, а описание и название каталога слили буквально пару часов назад. И по этому поводу на канале даже есть уже видео, так что зацените. Вот, а сегодня мы с вами наконец-то смотрим дебютный трейлер, где нам покажут Скеллихильду, новых призраков, новую фриланс-карьеру, которая должна быть что-то по типу охотников за привидениями, только не совсем охотники, а как бы экстрасенс, который при помощи спиритических сеансов будет избавляться и отпускать, скажем так, души на упокоение, будет их отпускать в загробный мир и так далее. Сегодня мы с вами посмотрим на то, как это реализовали в The Sims 4, также посмотрим на новые объекты, которые придут с данным каталогом, и сразу, ребятки, хочу предупредить, что это каталог, это не игровой набор и не дополнение. А то я уже читал комментарии под последним видео на канале, что даже город не добавят новый, даже открытых карьер нету, да лучше бы, не знаю, там, в общем, все то, что люди так сильно жаждут и хотят, начиная там от фермы, заканчивая феями. Ну, фей не добавят в Sims 4 с помощью каталога. Вампирам и магии были посвящены игровые наборы. Даже если феи и появятся в The Sims 4, то они будут выполнены исключительно как игровой набор, они не будут выполнены как каталог. Ну, в общем, сейчас не об этом. Сейчас мы с вами смотрим новый трейлер каталога, который вроде как в русской адаптации должен называться как «Дом с привидениями». А в оригинальной, скажем так, интерпретации он называется «Paranormal Stuff Pack». Вот, паранормальный каталог. Что типа того. Как его перейдут на русский, пока непонятно, но давайте смотреть трейлер вместе. Ну что, буквально 2 минуты, и трейлер начнется, и мы с вами увидим все, что там покажут. Боже, я в жутком нетерпении хочу посмотреть, что же для нас разработчики приготовили в первом месяце 2021 года. Так что смотрим. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и... Так. января. Классно! Классно! Это выглядит классно! Честно, это выглядит довольно симпатично. Я даже так скажу, я, если честно, удивлен. Это выглядит довольно симпатично, поэтому давайте с вами смотреть. Во-первых, новые объекты. Новые объекты, разумеется. И как по мне, так это все сделано в мексиканском стиле. Разумеется, куда же без мексиканского стиля, где речь идет о мертвых. Разработчики себе просто не изменяют.
Так, дальше. Вот этот вот эффект с тем, когда начинает мигать свет. Интересно, это сделано исключительно для трейлера, или же все-таки, когда в твоем доме будут жить духи, призраки, да, они по-настоящему будут играться с освещением, и от этого Сим будет испытывать какие-то определенные эмоции, страх и так далее. Новая кукла Вуду, или если напомнить описание данного каталога, то это проклятые предметы, которые ваш персонаж, который будет истреблять духов, должен уничтожать. Вот эти вот свечи очень красивые, очень классные, у них черный огонь с синим свечением, вот. И судя по вот этой свечке, они будут таять точно так же, как и свечи в дополнении «Экологичная жизнь». Но выполнено очень классно, честно. Прям мексиканский стиль, прям очень классно, мне нравится. Нет, свечки таять не будут, потому что растаявшая свеча — это отдельный объект, можете видеть. Там свечи горят, они будут, скорее всего, как светильник. А вот эти свечки, ну вот эта свечка растаявшая, она как просто как отдельный декор. Вот. Что тут еще? Это пальма очень классная, прикольная пальма. Украшения на светильнике, потолочные люстры красивые, мне нравятся. Что еще? Диванчики, честно, диванчики похожи чем-то на Сильвадораду, потому что там тоже испанский стиль, вот этот вот мексиканский. Дальше. Новый тип участка, а именно Haunted Houses, то есть дом с привидениями, и тут, скорее всего, имеется в виду дома с привидениями, и мы сразу можем видеть одного пойманного призрака в специальную чашу на заднем фоне, это какая-то колба, куда, скорее всего, наши персонажи будут помещать этих призраков после того, как они их, не знаю, поймали или истребили, непонятно. Вот этот вот злой призрак очень классный, очень прикольный, и смотрите, тут есть какое-то украшение в виде рук, выползающих из земли, намеки на зомби прям в трейлере каталога. Непонятно. Так, дальше. Я так понимаю, призраки также будут делиться на хороших и злых, есть зеленые, есть красные. Картина персонажа, про которого я уже рассказывал, я, правда, не помню, как его зовут уже, вот, но, скорее всего, при помощи этой картины вы сможете вызывать этот дух, который будет вам помогать повышаться по карьере охотника за привидениями. Спиритический стол, вот это очень классная часть. Честно, этот спиритический стол я изначально ждал в игровом наборе «Мир магии», потому что он бы там смотрелся очень классно, и сейчас колдуны и маги смогут еще заниматься и развивать навык спиритизма, что тоже очень круто. Мне нравится анимация, они сделали анимацию для стульев, боже мой! Неужели это произошло? Стулья теперь не только можно отодвигать и садиться, но еще и летать на них. Боже. Я так понимаю, она открывает какой-то специальный портал, куда эти духи улетают. Правда, анимации улетания духов в портал нет, они просто растворяются. Новая карьера. Смотрите, сколько новых классных объектов, всяких светящихся. Вон и глиняные куклы, и чаши, из которых выкипает, скажем так... В фильмах используют сухой лед для того, чтобы он так красиво, скажем так, пар оттуда, дым как будто бы выходил. Вот. Тут тоже есть такие чаши, свечи, всякие ритуальные куклы, всякие баночки, горшочки. Боже, мой дом зачарованных в Sims 4 просто заблистает новыми красками. Новая карьера Paranormal Investigator, то есть охотник за привидениями. Даже не то, чтобы охотник... наверное, больше как... Смотрели фильм, не помню название фильма, боже, из головы вылетело, где мальчик отправлялся в астральный сон, летал, короче, вот это все, и там вызывали женщину, которая как раз-таки его из этого астрального... астрал, он так назывался, астрал, вот, и там вызывали женщину, которая как бы вот общалась с духами и так далее. Это примерно то же самое, Paranormal Investigator. И также, когда вы поднимаетесь по карьерной лестнице, вам не нужен стол для спиритизма. Ваш персонаж, который занимается данной карьерой, сможет изгонять духов, прямо сидя на полу. Возможно, там что-то
что-то даже начертит на нем. Ну, возможно, но не, но навряд ли. Очень классные тумбы, очень классные диванчики. Классно, мне очень нравится. Это прикольно, это очень красиво выглядит. А, семейка, кстати, показывают базовых семеек из базового городка. Это семейка Год, это семейка Панкейк. Вот инвестигейтор как раз-таки уничтожает проклятую куклу, проклятый предмет. Каким-то духам нужно подарить подарок для того, чтобы они покинули данный дом. А за какими-то нужно убрать, потому что они, скорее всего, водные призраки. Возможно, призраки, кстати, будут делиться по эмоциональному состоянию. То есть синий, зеленый, красный, какой там еще есть, желтый, да, оранжевый. Вот, возможно, духи будут также делиться вот на этот спектр эмоций. Общаться со смертью. Что неплохо. Она, скорее всего, будет напрямую общаться со смертью. И на заднем фоне Скилли-Хильда. Я ее не заметил в первом трейлере. Ну, не в первом трейлере, а при первом просмотре. Скилли-Хильда проходит на заднем фоне. Они так классно ее замаскировали. Я даже ее не заметил, реально. Скилли-Хильда. Классно. Здорово. Боже, это очень круто. Это офигенно. Чего стоит только одна Скилли-Хильда? Стоит, вызывает дичайшие эмоции. Вот. Ну, как-то вот такой каталог, поэтому, блин, честно, он мне очень нравится, начиная с того, что это мексиканский стиль, а я обожаю мультфильм «Тайна Коко», а там тоже что-то построено на общении с духами, на порталах и так далее, на этой магии, и это вот напоминает почему-то мне вот этот вот дух мультфильма «Тайна Коко». Не знаю, это один из моих самых любимых мультиков «Тайны Коко», поэтому этому каталогу я ставлю, ну, не знаю, ну не 10 из 10, потому что 10 из 10 навсегда в моем сердечке, просто это день стирки, а в этом случае, ну я не знаю, наверное, 9 из 10 или 8 из 10, потому что я обожаю магию, я обожаю колдовство, а тут еще и призраки, и спиритический стол, и очень круто, я безумно рад этому каталогу, правда. Вот, опишите вы в комментариях, что вы чувствуете при просмотре этого трейлера. Что, какие эмоции вы испытали, и что вы, в принципе, думаете про этот каталог, будете ли его брать или не будете, считаете нужным его в игре или не нужным, потому что данный каталог изначально выиграл в опросе, ну не выиграл, а занял второе место в опросе, когда было голосование за каталог «Нарядные нитки», да, то есть когда все голосовали за тематики каталогов, данный каталог попал на второе место, и если бы он занял первое место, мы бы его еще увидели аж в августе прошлого года, но увидели его в январе этого года, очень классно. В продаже он с 26 января, что очень классно. Я очень часто говорю слово «классно», и, кстати говоря, смотрите, вот сюда, если посмотреть, мои догадки верны, есть оранжевого цвета призраки, вот тут видно, то есть призраки распределены на эмоциональный спектр, вот такие дела. Поэтому все, блин, 26 сентября, я жду данный каталог 26 сентября. Всем спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, разумеется, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира The Sims. Ну, разумеется, обзор данного каталога 24 или 25 на канале уже будет по раннему доступу. Вот, всех люблю и всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока, настроение улетное.